А в Алматы студенты отказались от каникул. В одном из престижнейших вузов Казахстана аудитории заполнены до отказа и в середине лета. Но не потому, что учебный год начался раньше. Летняя программа обучения – особенность КМЭП. В это время лекции читают профессоры ведущих зарубежных университетов. Это не архивные кадры. Студенты действительно выбрали учебу вместо отдыха. Международная летняя программа в КИМЭП собрала студентов и преподавателей со всего мира, чтобы провести 3 недели в Казахстане. Такое событие проходит впервые в Алматы. Один из профессоров прилетел к нам из Калифорнии, США. Мне было интересно познакомиться с культурой другого народа. Я вижу, чем эти студенты отличаются от других. Они поразили меня своим уровнем. Они даже отличаются своим уровнем от моих студентов в Калифорнии. Летняя программа дает возможность учиться у 13 профессоров со всего мира. Главное, у студентов есть возможность изучать уникальные предметы на английском языке, которые не преподаются в стандартной учебной программе. В этом году я во второй раз привожу в КИМЭП студентов из Калифорнии. Для американских студентов здесь хорошая возможность взаимодействовать со студентами из Казахстана. Мы моделируем обстановку межнационального общения. Знание и конкурентоспособность будущих специалистов стала основой для открытия летней программы в КИМЭП. Это подтверждают сами студенты, акцентируя внимание на навыках, которые нужны для успешной работы в будущем. Те темы, которые мы учим в обычный семестр, 3-4 месяца, мы проходим ускоренно, и мы учимся интенсивно усваивать материал, быстро ориентироваться. То есть это определенные навыки, которые мне пригодятся завтра на работе. Ну, конечно, хочется отдохнуть. Лето все-таки на улице, хочется отдохнуть, но на первом месте на сегодняшний день у нас учеба, и отдохнуть мы все, как-нибудь еще успеем. Главное для нас это цель побыстрее закончить и устроиться, и найти свое место. В следующем году КИМЭП планирует организовать международную летнюю программу вновь. Отказ студентов от каникул в летнее время говорит о востребованности программы. Совсем скоро институт закончит принимать документы абитуриентов для поступления. Сергей Ким, Игорь Волох, телеканал «Астана» из Алматы.